Пам-пам. В общем, вот здесь у нас расположен главный вход. Получается, мы спускаемся вниз, потому что здесь такой очень активный рельеф. Мы спускаемся по ступенькам, смотрим на элементы ландшафта слева, справа. Соответственно, у нас, конечно, при входе навес для машины. И вот постепенно мы будем идти сквозь деревьев красивого участка. И нам будет открываться взору фрагменты и постепенно весь дом, необычный дизайн, необычная форма. Вот такой красавчик. Тут, конечно, пока еще ничего нету, но уже подготовлен котлован. Здесь, соответственно, будет фундамент стаканного типа под колонны. И уже вырастет красивый дом. Чуть позже расскажу, как выглядит прихожая. Как выглядит гостиная комната шикарная. Лестницы, холлы. Как выглядит кухня. И спали на втором этаже. Давайте пройдемся еще по генплану. Сам дом у нас располагается вот в такой вот форме. Соответственно, главный вход. А вот эти вот части – это терраса, которая слева от дома, и дополнительная терраса справа от дома. То есть у нас очень много таких красивых мест, плюс есть еще терраса на втором этаже и много-много зон отдыха. И, конечно, еще у нас на участке расположен будет бассейн с зонами барбекю и отдыха. Сейчас мы до бассейна дойдем. Ну, соответственно, здесь у нас будет расположен бассейн, зоны отдыха с навесами тут и в той стороне. Сейчас от старых хозяев достался нам въезд отсюда. И на этапе архитектурного проекта мы рассматривали размещение главного фасада вот таким образом, чтобы был главный фасад сюда. И при этом это восточная сторона, и там юг на гору. И потом мы все-таки разобрали такую идею, чтобы перенести въезд уже с той стороны, да, вот сверху, использовать перепады участка, чтобы организовать такой красивый спуск, и чтобы основной вид уже был с той стороны дома. И вот сейчас на месте хожу, думаю, что это было прям идеально правильное решение, потому что со всех помещений дома, со всех террас будет открываться вид на вот эти горы. Плюс те деревья, которые здесь уже выросли, не придется заново сажать. Очень-очень красиво. Соответственно, здесь, за террасой дома, у нас есть выход на продолжение нашего участка. И с той стороны у нас будет расположен такой вот яблоневый сад, зона отдыха. То есть мы там, наверное, попытаемся сохранить эти деревья, которые растут. И как бы для дома это будет еще одна такая интересная зона. Сам участок очень сложной формы. То есть здесь вот такие вот изгибы. Мы очень хотели как бы выкупить вот этот участок, который нам такой вот небольшой кусочек оставлял. Но все-таки как бы не получилось пока его купить, и мы располагаем дом здесь. Если бы мы смогли бы его взять, то мы бы, может быть, немножечко сдвинули дом. Но я думаю, что в принципе так тоже очень хорошо и ни разу неплохо. Вот только что сказали, что все-таки, оказывается, есть такой момент. То есть участок изначально, вот этот маленький, который был, оставался, он проходил здесь забор. Теперь по съемке, по документам оказалось, что он дальше. Соответственно, тут почти ничего не осталось. И, скорее всего, нам его продадут. И у нас будет большая-большая территория. То есть уже было в районе 27 соток. Соответственно, станет, наверное, около 32-33 соток. Такой вот обзорчик в самом начале стройки. Стройка — дело не быстрое. Будем постепенно показывать, как поднимается дом, как поднимается его объем. Этаж за этажом. Здесь будет всего два этажа, то есть первый этаж и второй этаж. Подвал у нас не будет. То есть я думаю, что он здесь и не нужен. Все будет выполняться по нашему архитектурному проекту и внутри ремонт по дизайн-проекту. Очень-очень жду этот проект.